Дорогие друзья, я хочу продолжать делиться своими мыслями по первой главе послания Иакова. И сегодня хочу процитировать 5, 6, 7 и 8 стихи. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающему всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Здесь я заметил две истины. Первая истина. Мудрость приходит от Бога. Можно иметь образование, можно иметь доступ к информации, но хорошая идея, интуиция, понимание ситуации – это то, что дает только Бог. В Библии есть хороший пример – это царь Соломон, который просил у Бога мудрость, и Бог ему дал. И этот царь царствовал долгое время, это было время благоденствия для Израиля, а самое главное – это было мирное время. Израиль не имел ни с кем войны. Вот так выглядит мудрость, когда ее дает Бог. Вторая истина. Бог дает мудрость каждому человеку, если человек имеет веру. Между мудростью и верой есть взаимосвязь. Мудрость Божья приходит человеку только с верой. Нет веры в Бога, нет мудрости от Бога. Причем вера должна быть постоянной. Вера не должна зависеть от обстоятельств. И кто это понимает, тот старается сохранять и умножать свою веру и в хороших, и в плохих обстоятельствах. И обратно же в Библии есть интересная история о Данииле. Этот человек еще с юности своей встретился с тяжелыми обстоятельствами, его страна была захвачена, сам он находился в плену. И это был серьезный вызов его вере. Но он решил во что бы то ни стало сохранить свою веру. И он не просто верил в душе, он в своей жизни показывал, что он верит в Бога, сотворившего небо и землю. Многие знали о его трехразовой молитве в то время, когда был абсолютный запрет на молитву любому богу, кроме царя Вавилонского. И все думали, что его трехразовая молитва, она его погубит. Но случилось наоборот, Бог его защитил. И еще дал мудрости, так что он достиг высокой позиции в том государстве, где он был изначально пленником. А потом для него начались хорошие времена. Даниил имел власть, комфорт, уважение. Но хорошее время – это тоже вызов вере. В это время легко забыть о Боге, перестать в нем нуждаться. Даниил не забыл, потому что он давал себе отчет, что все, что у него есть, включая мудрость, это от Бога. И он продолжал развивать свою веру. И в этот период, мы знаем, он имел особые откровения и пророчества от Бога, которые остаются актуальными и в наше последнее время. И это есть пример для нас, чтобы что ни происходило в нашей жизни, хорошее или плохое, чтобы мы заботились о нашей вере, чтобы вера наша была постоянной, и чтобы мы могли иметь мудрость от Бога. Пускай имя Бога будет прославлено, и Его благословение пускай пребудет со всеми нами. Оставайтесь с Богом и будьте благословенны.